Приветствую вас, подписчики и смотрители моего стихотворного арт-канала. Ну вот через пару дней уже завтра, не через пару дней, а завтра уже Новый год. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Надеюсь, что Новый год будет гораздо лучше, чем предшествующий. Человеку всегда свойственно надеяться на лучшее. Будем думать об этом лучшем. Будем оберегать наши души от хаоса и страха перед лицом внешних испытаний. Хочу пожелать вам здоровья, радости, благополучия, счастья, любви. Пусть в вашей жизни случаются приятные события, которые изменят вашу жизнь навсегда. Ну и маленькое стихотворение как раз на эту тему. События. Его нет. И оно пребывает неожиданно и непредсказуемо, непредвиденно и радикально вторгается в мою жизнь и открывает новый мир для меня. Такая необходимая случайность судьбы. Стану ли я приветствующим, пришествующим, дающим ответ тому, что приходит? Стану ли я приветствующим, сбывающуюся событийностью нового? События. Заходите на мой канал, лайкайте, подписывайтесь. Будем проводить нескучное время вместе. С Новым годом!